Маршрут полетал в душу беседового воскресенья на обороне Сухопуру на Бульженеру Мальчуру. Главой команды не достанется Виктория Зимагина и Владимир Чебосы. И Владимир в общей городской выгодной. Одиннадцатый велодень в Харькове. 29 мая, 16 год. Человек, который заберется на здание Харьковского областного совета. Наш квадрокоптер, как всегда, Триолан вживую это все снимает. И в Ютубе на канале это все можно будет увидеть. Забравшись на гостиницу Харьков. И мы надеемся, что мы с Игорем увидим эту фигуру. Поскольку Владимир немножко меньше роста, мы с Игорем увидим. Вов, ты не увидишь фигуру. Поэтому придется тебе вскарабкиваться. Ты хочешь сказать, что мы трое – это практически картинка эволюции человека, да? Нет, мы трое, мы вдвоем увидим, а ты будешь подпрыгивать, чтобы видеть зеркальную струю. Я делаю это очень качественно, точно так же, как сейчас я хочу напомнить, что организаторы сегодняшнего зрелища – это департамент спортивных, имиджевых проектов и маркетинга, департамент по делам семьи, молодежи и спорта, управление по вопросам физики.